Dylan. Is one with the glasses, David? Yeah. Okay. Да, смотрите, какой у них домик-то. Большой, двухэтажный. Да, вот написано Happy Birthday. Смотрите-ка, красиво, как они сделали. Очень даже симпатичненько. Он вечно бурчит. Ну да. Ну, беседочка у них там классная, смотрите как. Да, супер. Окей, Дэвид, go inside. Hi! Да, ребят, ну и проперти у них. Офигеть, да? Смотрите, классно, как они все сделали. Громадная вообще территория, бассейн, дом большой. Мама такая симпатичная, я ее, кстати, не видела. Вот он, мальчик Дилан, в очках ходит маленький. Пригласили они клоунов. Там я видела собачка маленькая, черненькая. Ну, в общем, вечеринка в самом разгаре, я чувствуется. Единственное, музыку так громко включают. Вот они, эти колонки. Вообще невозможно. Yeah, David, leave it here. Они пока снейки выложили. Все. Водичку. How you feel, David? Good? Tired? Очень жарко, ребят. Прям очень-очень. Did you see clowns? Пришла ко мне собачка. Look at me. Look at me. Какой красавчик. Все собачки ко мне приходят. Держи, пожалуйста. В общем, вот такие снеки. Не знаю, что тут. Лук, помидорки и гренки. Там клоуны детям шарики надувают. Они также пригласили своих личных друзей, ребят. То есть не только с класса. Знаете, тут как бы все на группы разделились. А мы с Джончиком сидим. Я могу. Джончик ждет холодное пиво. Ну, а детишки там тоже прыгают. Вот. Да, некоторые из класса, некоторые просто друзья. Дом у них, конечно, шикарный. Но я так поняла, что они живут с родителями. Ну, вот он, Тузик. Мне бы почему-то хочется Тузиком назвать. Не знаю. В общем, вот такая вечеринка. Ждем еду. Смотри, собачка ушла. Место осталось мокрое. Thank you. Let's go even more, David. Смотрите, какую игру им аниматоры устроили. Ловить мыльные пузыри. Is somebody here who can help us? Because they have a very special something called birthday magic. But can anybody tell me whose birthday it is? David, look at me. You're so cute. Oh, he's mad? С Дэвидом заехали домой, потому что мы забыли спасательный жилет. Ну или как, или плавательный жилет, как он называется. Вот сейчас надо переодеться, потому что все дети пошли в бассейн. А Дэвид плавать не умеет,
Ну, как бы я его не могу отправить просто, знаете. Так что мы вот домой приехали. Ну, а что тут 2 минуты от их дома? Я Джона там оставила, он там с женщинами общается. Ну что, переодела Заиньку, взяли жилет. Вот у нас такой сейчас. Какой у нас жилет. Вот видите, классный какой. Дэвиду вечеринка очень нравится. Он такой счастливый, такой довольный. Да, видите, как классно. Они живут вообще тут в 3 минутах от нас. It's okay, Dave, we have time. Дэвид меня торопит, говорит, давай, давай, мама, быстрее. А то там все плавают уже. Ой, смотрите, какой у Дэвида спасательный жилет. Хэппи? Все, побежал, побежал. Все торопит меня, мама, давай быстрее. Не успеем поплавать. Я говорю, ну давай, давай. Рядом с школой живут. Да, кто близко живет к школе, ребят, в Америке, за ними автобус не приезжает. Just be careful, David, okay? Go, 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 David, go! Так, всех зовут на торт. Поздравлять именинника. Дэвид, let's go! Ой, я забыла полотенчика. Полотенце у меня есть для зайки. Дэвид расстроился, потому что он не умеет плавать. Cake time! Wow, that's beautiful. Someone want to sit next to each other? Happy birthday to you. Happy birthday to you. I'm going to put a ribbon on there for you. No, but you like that, right? How many ever things? What? How good is that? Oh, this cake. Thank you. All right. There you go, buddy. Thank you. See, David? Let's go, let's go. Looks good. Is it tasty? Do you like it?